Gere. В городе будущего рады каждому. А, люди находят здесь много. Ханачеру. О, боги! Что же мне делать? Здравствуй. Что случилось? Я проклят богами! Вымау, брат отнял у меня дом и жену, а теперь я лишился последнего, что имел. Моя повозка застряла в канаве за городом. Пришла ночь, и я услышал жуткий рык. И я бросил их там, своих валов, все, что у меня было. Что мне теперь делать? Рык? Здесь не водятся крупные хищники. Я не мог там оставаться. Это был прощальный подарок отца, Хуфу и Чира. И я бросил их-то там, и все, что имел. Я поищу что-нибудь, когда окажусь там. А пока лучше займись своим домом. Спасибо. Мой дом находится справа от входа в храм. Лети на крыльях гора, да друг. А, еще одна жертва для славной богини ужаса. Уничтожьте этого чужака! По имя несущий смерть! Как стараешься? Хочешь победить? Хорошо, что я пошел вас искать. Иначе они бы убили Нехи, а вас скормили львам. Thank you.
right decision, Гарет. Байек, ты нашел Хуфу и Чиру? Сегодня я плачу от радости. Смотрю, ты много успел сделать. Я нашел в доме что-то странное. Но мой страх оказался куда сильнее любопытства. Посмотришь? Конечно. Я раскопал главную залу, а там жуткие надписи на стене. Древние. Не знаю, что там написано, но мне страшно до дрожи. Да, древние. Но многого нет. Слишком многого. Стерты временем и песком. Да думаешь... Да думаешь, это проклятие? Поспрашиваю в городе. Ну, ладно. А мне как быть? Не знаю, можно ли здесь спать. Не переживай. Говори с Рамзесом. Он знает обо всем, что происходит в этом городе. Ладно, поговорю. Приветствую! Начните, ну! Я вижу знакомое лицо. Тебе нужен дом? Нет, я... Ты мигом его откопаешь? Хватит! В доме Нехи есть странные надписи. Не волнуйся, друг. Они есть еще в трех домах, но такие старые, что их не разобрать. Я проверю. Ты зря тратишь время, но дело твое. А, люди! Прошу, прошу в Литополь. Недавно тут живешь? Не совсем. Я исследую одну тайну. В твоем доме есть древние иероглифы? Так у всех есть. Мне как-то все равно. А что? Они что-то значат? Не знаю. Я взгляну? Конечно, взгляни. Скажи, если это опасно. Еще одна часть послания. Можно кое-что спросить? Да, что? В доме Нехи те же символы, что и у тебя. Можно мне взглянуть? Конечно. У новичка, да? Он милый, но выглядит так, будто вот-вот расплачется. Передай, что я о нем спрашивала. Меня зовут Небифер. Ахер-Хару? Еще часть послания. Паамун, сети эрдеми эни. Быстрей. Бабушка сказала, что будет буря. Она такое чует. Ее нос... Да? Чем могу помочь? Рамзес сказал, в твоем доме есть странная надпись. Да. Выглядит жутковато. Думаю, такие есть и у других. Я взгляну? Конечно. Можешь посмотреть.
Кажется, тот же стиль. Может, часть одного послания. Все части собраны. Это какое-то пророчество. Где же храм? Здравствуй, Небет! В нашем городе будущего рады каждому! А, люди находят здесь много старинных вещей. Пусть и не каждый день. Что? Тебе здесь не рады! Я выпотрошу тебя! Зачем много лет назад жрецы проводили этот ритуал? Какой-то древний напиток. Давно высох. Это жрецы Уабы. Их убили. Или они сами ушли в тот мир? А, несущая смерть. Этот храм посвящен богине Сехмет. Но я думал, Литополис — дом Гора. Молитва. Предки отдали Литополис богам, чтобы те позволили жить на берегах Нила. Эти жрецы молили о защите ту, перед кем трепетало само зло. Отведав зелье, они отдали жизни и город в руки Сехмет. Я думаю, предки разгневались бы на Тахарку.
О, Байек, я уже почти привык к этим символам. И ко мне заходила Небефер. Ты что-нибудь узнал? Узнал. Но сомневаюсь, что тебе это понравится. А, проклятие! Я знал. Нет, не совсем. Летополис принесли в жертву Сехмет, чтобы защитить Египет. Мы оскорбили несущую смерть. Вот отчего тут вечный ветер. Она хочет вернуть город. Неужели власти слепы? Я ухожу. Может, Небефер пойдет со мной? А что ты? Мой путь ведет меня дальше. Ты был добр ко мне, единственный из всех. Может, мы еще встретимся в этом мире? Yeah.